С начала февраля льготным категориям граждан начали выдавать проездные билеты. Талоны же с 50% скидкой отменили в городском транспорте, но они остались действительными на пригородном. Однако на некоторых маршрутах водители стали отказываться их принимать. Жалобы поступали и в нашу редакцию. Мы не смогли остаться в стороне, решили прояснить ситуацию. С 1 февраля 2016 года вступили поправки в краевой закон о предоставлении льгот отдельным категориям граждан на проезд в общественном транспорте. Что он под собой подразумевает? Значит, данными изменениями отменены талоны на проезд в городском транспорте и вернулся проездной билет для проезда в городском транспорте. То есть это двойка, девятка, 11, 17, 24, 25 маршрут, которые ездят по городу у нас. Все остальные, которые ездят по городу у нас, пригородного сообщения, это 101, 104, сотка, 111, ну, которые выше 100, на них распространяются только лишь талоны для пригородного транспорта. Выдавались талоны на 2016 год, и соцзащита приняла решение оставшиеся талоны, которые были не выданы в 2015 году, они проштамповали их и также начали выдавать населению. Ну, в настоящее время до водителей информация данная доведена, что талоны на проезд с 50% скидкой в пригородном сообщении на талонах 2015 года с наличием штампа действительно. В случае водителями отказа в провозе каких-либо категорий льготников, там не принятие талона или еще что-то, хочу обратиться к жителям, имеющим льготы, при возникновении данных ситуаций записывать госномер автобуса, номер маршрута, фамилию, имя, отчество водителя и передавать нам в отдел по транспорту по телефону 321-11 для принятия мер административного воздействия в отношении данного водителя.